Моя песня «Ты выпила водку, береги свою пилотку» была полностью пророческой. Знаешь, потерял жену. Потерял ты милую, вот она беда. Песню легкокрылую, Боже, навсегда. Потерял ты милую, вот она беда. Песню легкокрылую, Боже, навсегда. Строчка из моих этой песни. Ты выпила водку, береги свою пилотку. Ну что, на два сынка ее. Там пишут уже в интернете, что это заказное было. Что санбою жену специально били. Видишь, два сынка. У них ноутбуки, компьютеры. Сидят, завидуют. Она, Валя, мне говорила, жена, говорит, они очень завидуют нам, что мы столько 19 лет с тобой живем, а они все проституток находят и разводятся. Это ее слова были. Говорят, не находят, не могут найти, как мы с тобой живем долго, вот таких прекрасных женщин себе, и страдают. Ну и что? Что это зависть? Конечно, ошибка моя была, что я отдал ее просто так, без боя, как песня моя «Три дороги». Только три дороги. Женщину и славу не отдам никогда. Женщину я без боя не отдам никогда. Выходит, без боя я отдал гадам. Мы дети. Какие вы дети? 40 лет уже сами себя прокормить не можете. Вот такая худая стала Валя Мани. Когда я пришел через месяц и увидал после больницы, как она была у сына, ничем не кормил. Вот такие ножки были худые там. Есть видео, где я заснял последнюю встречу. Ужас, конечно. Ужас. Санбой. Санбой. Прозевал жену. Ну что я прозевал? Я возмущался. Я бегал в соцзащиту и пенсионный фонд сбегал. Там жаловался этой женщине, как заходишь в пенсионную, справа сидит секретарша, и Марку жаловался, говорю, посмотрите, за август она получает, Валя, 10 тысяч. Видишь, какой-то дурачок этот самый, сосед сверху, вот ходит по всей квартире, нельзя дрель продавать дуракам, нельзя дрель продавать дуракам. Вот он тут, по всем... ходит в квартире, везде сверлит. Ну, дурачок. Нечем заняться. Такие русские люди. Слава тебе, Господи, что я не русский. Цыган и немножко с еврейского. Так вот, я возмущался. В августе пришла Валя на пенсию, 10 тысяч она получает. 5 тысяч за этого сына, где вот она голодала, лежала в их отеле. За свет и прочее 5 тысяч. И 4 тысячи хом-кредит, банк. Там все до копейки написано, что она взяла огромный кредит. Им купила и кухню, и кровати огромные, гарнитуры. Там все до копейки написано. Эти деньги не видел. Думаю, Валя, 4 у тебя высчитали, и 5 тысяч, 9 тысяч высчитали. Осталось 1000. Как ты будешь с 1000 жить? Как с 1000 жить? Я возмущался, бегал пенсионные везде. И вызвал их, негодяев, сыновей этих. Они приехали, говорят, что такое, 9 тысяч высчитали из 10, что Валя получает. Ужас. И они, да ты нище живешь. Мы лучше тебя нище живем, и то бедно живем, а ты вообще нище. Ну и что? Так почему вы так делаете? Мать лежит, я ее поднимаю, Валя, на себе таскаю в туалет, в ванну, на улицу таскаю, бегом, чтобы после инсульта надо бегом, чтобы человек двигался. А они-то ничего это не делали. Она у меня так год прожила, бегом. И вот они, мы забираем ее. Вот они забрали. Я смотрю, говорю, я предупредил, говорю, забираете. Я не отдавал сначала Валю, жену. Ну, они забирают. Что нам? Ну, потом у тебя тут забирали. Ну, забрали.
Выжила? Нет. Как я предполагал это, как прогнозировал. Конечно, нет. Они совершенно живут, простые люди, и у них главное детей делать. У них такое крысиная жизнь. Главное дети, у них смысл побольше, побольше детей. А мы жили как маги. Маги совсем для другой цели живут на земле. Вот так. Вот она и погибла за целую, буквально за 2 недели счахла там у них. Это ужасно. Вот так. Они это задумали. Они это, знаешь, дурачок. Уже там, вот тут сверлил. Теперь уже там сверлит. Ну, дурачок ходит и сверлит по всему. Нечем заняться, дураки. Дураки народ в России. Они это рассчитали, все эти сынки. Они это рассчитали. Погибли этого. Поэтому кредиты набрали, подонки. Втихаря от меня, чтоб я не знал. Ее привезли, больную. Ой, он назвал ребенка на очередного Жени. В честь тюремника. Отца своего, который избивал Валю. До меня, который жил. Бил, она уехала от него. На юг туда. Пряталась, спасалась. Говорит, Ген, ты же даже руку ни разу не поднял. А ты избивал меня, и он Женей называл. И вот она, как будто в Индии, я Женей не назвал, чтобы она слегла. И она слегла после этого. Сильно восприимчивая была женщина Валентина. Очень восприимчивая, эмоциональная. Вот на это и рассчитывали. Слегла, и все понеслось. Злодеи, злодеи, спасайте, ребята. От злодеев спасайте. Ужас.